на флоксов однолетних бьюти используют для создания пышных цветников ярких окрасок. Сеять их можно не только на рассаду, но и сразу в открытый грунт. При температуре от 18 до 22 градусов первые всходы появляются через от 8 до 15 дней. Почву растений предпочитают питательную, умеренно влажную, дренированную. Место для флоксов однолетних бьюти выбирают хорошо освещенные. Высота растения достигает до 35 см. Цветочки мелкие, собираются в пышные соцветия. Окраска самая разная, персиковая, белая, насыщенно розовая, сиреневая. Цветет растение до первых заморозков. Флокс обыкновенный бьюти это травянистый высотой от 30 до 35 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь. Окраска цветка смесь. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.